Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл видео о самообороне легальными способами. Подчеркиваю, легальными. Две у нас новиночки. Первая — супер новая дубинка телескопическая с фонариком. Но мы ее рассмотрим попозже, во втором видео. И новиночка по классике идем. Обычная дубинка, но очень интересно. В продолжение предыдущего видео хочу вам сказать одну интересную вещь. Очень просто меня удивили некоторые люди. Знаете, вот есть такая фраза раньше, я не знаю, как это сейчас называется, но раньше это называлось, когда я в школе учился: смотрю в книгу, вижу фигу. Вообще не слушают, про что я говорю, зачем я это все рассказываю, для кого это все рассказываю. Оно пишет, что оно хочет, как говорится. Поэтому объясняю, что такое телескопическая дубинка. Средство самообороны. Не надо писать комментарии: если ты применишь дубинку, то это будет расцениваться как оружие. Холодное, там, горячее, не знаю, мягкое, твердое. Хорошо, давайте так. Камень, поднятый из земли, как будет расцениваться? Оторванный кусок забора, доска с забора, как будет расцениваться? Разбитая бутылка, как будет расцениваться, если вы нанесете ей увечья кому-то? Оторванное от москвича либо от Волги колесо, запущенное в голову, которое будет точно так же расцениваться, как холодное оружие, потому что вы им нанесли увечья. Что эти люди хотели сказать, я так и не понял. И козе понятно, что если ты им кого-то ударишь по голове, оно будет расцениваться как оружие, понятное. Речь шла в видео не про то совершенно. Даже если ты кого-то там ударишь камнем, не знаю, дубинкой, доской по голове, то суд будет оценивать не камень, не дубинку, не доску, а условия, при которых ты это совершил. Какая у тебя была цель? Защититься, защитить детей, защитить жену, маму. Либо наоборот напасть, отобрать, там, забрать, убить, не знаю, покалечить. Вот, что будет смотреть суд. Поэтому это даже не обсуждалось. Это понятно и так. Зачем это все писать? Для кого вы это все пишете? Сами для себя? Речь шла о том, что при ношении этого оружия просто в кармане, в сумке, не знаю, на поясе, есть чехлы на пояс. Если вас остановят именно с вот этой дубинкой, которую я держу в руке, ссылка внизу, именно с этой, никакой другой, то вам ничего за это не будет. Потому что есть уже заключение эксперта. Вот оно уже, у вас уже есть. Кто-то пишет: а вот у меня забрали дубинку. Ребята, какую дубинку? Вот эту вот? Кто-то один, покажите мне именно с вот этой дубинкой. Из новшеств: прорезиненная ручка шикарная, очень простая система отпирания, опирается она очень просто, запирается точно так же. Нажали здесь замочек и закрыли ее. Не нужно ее гнуть каждый раз, бить об колено, об ляжку, об ногу, об ботинок, чтобы закрыть. Вы просто ее ломаете, вы каждый раз начинаете ее постепенно изгибать. Соответственно, когда-нибудь она вас просто может подвести, раскрыться либо не раскрыться и так далее. Здесь очень четко. Кнопочка, еще раз вам покажу. Нажимаем, складываем. Все. В данном случае мы имеем модель 23. На кончике есть съемный набалдашник. Можно его открутить, поменять, прикрутить другой, чтобы не упала вода в середину, да, в полость. Есть резиночка, заглушечка. Все как положено. Все очень красиво. На дубинку, опять же, есть заключение о том, что оно не является дробящим оружием, не является свежее. Вот, но только эта модель, еще раз вам третий раз говорю, или четвертый уже, я уже не знаю. Послушайте меня. Можно носить с собой, можно возить в автомобиле, можно возить на велосипеде, в мотоцикле, в кармане, в куртке, везде. Абсолютно обычное средство самообороны, как газовый баллончик обычный. Можно носить без вопросов. Так, по характеристикам. Конечно же, есть паспорт, есть все данные. У нас 23-я модель, значит, ее длина 584 миллиметра. Ну, грубо говоря, 58 сантиметров и 4 миллиметра, да? То есть длина вполне себе подходящая для того, чтобы защититься, только защититься, подчеркиваю. Очень хорошая, удобная, ухватистая ручка. Из руки она никогда в жизни не выскочит. Даже если у вас руки мокрые, либо дело происходит зимой. Ничего с ней не будет. По весу. Весит дубинка 380 грамм. О чем это говорит? Вес у нее можно приравнять к большому складному ножу. Чуть больше средних размеров. Гениальность этого изобретения в чем? Когда что-то случается, и нужно экстренно, там, не знаю, обороняться от кого-то, там, либо чего-то,
имеется в виду человек, собака и так далее, можно обороняться чем угодно. Закон дает на это право, да? Конечно же, не преувеличивая то, что я сейчас сказал. Можно обороняться, как я уже сказал, камнем, доску от забора оторвать, там, не знаю, чем угодно. Все, что у вас в карманах есть, ключами там в том числе. Карманным ножом можно обороняться, если уже придется. Но чем отличается дубинка в кармане от ее отсутствия в кармане? Ее не нужно искать. Когда речь идет о секундах, она у вас есть. Камня может не оказаться. Доски может не оказаться. Палки может не оказаться. В поле вы стоите, ничего у вас нету. А эта штука у вас будет с собой. Вот и все. Вот такие вот новинки, такие обновки. Следующее видео посвятим более новой модели с фонариком. Очень, кстати, классным. Там аккумуляторы и все дела. Поэтому оставайтесь на канале. Всем пока.